Привет, синий трактор. А что случилось? Почему ты плачешь? Здравствуй, машинка. Я дал поиграть свои пазлы, и мой друг их все потерял. Где же теперь их искать? Не расстраивайся, синий трактор. Я тебе помогу. Поехали вместе их поищем. Спасибо тебе. Поехали. Где же могут быть пазлы? А что же за этим кустом? Это же часть пазла. Одну частичку привез. Поехали дальше искать. Где же? А что это там виднеется? Нужно посмотреть поближе. Кажется, это одна деталька. Грузим ее. Скорее везем ее на место. Ой, грузовичок тоже уже одну привез. Добавим еще. Надо поехать возле озера посмотреть. Вдруг и там есть. Там вдали камень, и под ним что-то есть. Поехали ближе. Надо же, целых две детальки. Скорее погрузим. Отправляемся в путь. Приехали. Пробуем их подставить. Подойдут ли эти детальки? Одна сверху и одна снизу. А тем временем трактор едет к озеру. Ого, сколько деталек! Нужно прицепить прицеп. Я быстро. А вот и мой прицеп. Подсоединяем его скорее, пока детальки кто-нибудь другой не нашел. Готово. Можно ехать за детальками. А вот и трактор вернулся с прицепом. Скорее возвращаемся, надо сообщить об этом грузовичку. Грузовичок, посмотри, я нашел сколько деталек. Отлично, это, наверное, последние детальки, которых не хватало. Одна, две, три, осталось еще две детальки. Готово! Пазл собран. Спасибо тебе, грузовичок. Без тебя бы я не справился. Не за что, синий трактор. Для этого и есть друзья, чтобы друг другу помогать. Обращайся, если что.